Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет такой выпуск. Анаболические стероиды, польза или вред. Мы очень-очень быстро разберем с вами, соответственно, хорошо это или плохо использовать анаболические стероиды. Дорогие друзья, каждый из вас, кто меня смотрит, не сомневаюсь, что вы являетесь профессионалом в каком-то своем деле. Кто-то очень хорошо чинит машины, кто-то, может быть, там, я не знаю, что повар какой-нибудь хороший и так далее, да? И вспомните, когда, допустим, если человека спросить, слушай, а вот там лук в супе, это хорошо или плохо? Или там вообще там наличие воды в супе, это хорошо или плохо? Ну, сразу любой повар, да, там он будет отвечать, что, ну, есть какие-то определенные цифры, определенные количества, определенные состояния, там, неважно, еды, машины, там, в машине должно быть определенное только количество масла, там, в двигателе, да, условно, какие-то определенное количество каких-то деталей и так далее, потому что, ну, опять же, вы же машину не обливаете еще и сверху бензином, чтобы она ехала, условно. Также и с гормонами. Есть множество состояний, когда анаболические стероиды необходимы организму, особенно когда мы говорим о возрастной потере выработки собственных гормонов. И, конечно, в таком случае они нам могут быть такими достаточно мощными помощниками в том плане, что, ну, в принципе, мы можем, соответственно, закрыть гормональную вот эту потребность, да, из-за того, что у нас, к примеру, уже собственный организм не вырабатывает собственный тестостерон. Вот. Эндогенного тестостерона нет, тот, который внутри, экзогенный, вынуждены мы, который сюда извне вводить. Вот. Это помогает избежать остеопорозов, это помогает улучшить уровень жизни человека, увеличить его, соответственно, продолжительность там, сексуальной активности, да, то есть, соответственно, человек может заниматься сексом, может чувствовать себя лучше, да, психоэмоционально и так далее. То есть человек медленнее стареет. Опять же, медленнее. Нельзя сказать, что анаболические стероиды в своей купе не, соответственно, препятствуют как-то старению. Нет, это абсолютно не так, и как бы это не является панацеей от старения. Но то, о чем не говорят, соответственно, дилеры, рекламные паблики и прочее, у анаболических стероидов у применения есть обратная сторона. Сами по себе кажется, что это дешевое мероприятие. В среднем один там тюбик условно какого-нибудь тестостерона цепионата стоит от 2000 до 3500. Ну, вот такой вот разлет по России и по стране. Вот. Что вроде бы, ну, на месяц, а то и больше хватает, и не так критично. Человек может себе позволить. Однако многие люди, соответственно, они не понимают, что когда вы используете экзогенный тестостерон, особенно дозировки, высокие дозировки, да, когда человек хочет ярче тестостерон чувствовать, начинает больше вводить, вот, тем более он, соответственно, начинает давать побочные эффекты. Вот. Ну и плюс там о причинах, почему экзогенный тестостерон, значит, вызывает побочных эффектов, можно рассуждать отдельно, кому интересно, я снимал выпуски про каждый вид препарата анаболического стероида. Вот там смотрите, почему, как они работают, то есть какие анализы сдавать. Но здесь мы рассуждаем чисто гипотетически, польза или вред. Вред есть несомненный, большой, меняется кулограмма, меняется липидный профиль, и так далее, тому подобное. Все это уже в видео миллион раз проговаривал, что меняется. Кому интересно, смотрите, ссылочки будут в конце видео. Значит, для нас что главное зафиксировать? Мы должны как на чаше весов для себя взвесить, что мне это даст и чем я за это заплачу. Заплатите вы, по идее, деньгами, во-первых, за прием анаболических стероидов, потому что вам придется чаще, чем обычным людям, сдавать анализы. Но по-хорошему, после 40 лет, кстати говоря, все равно всем нужно чаще, чем, так скажем, юношам сдавать анализы.
Вот, напоминаю, что с советских времен у нас принято по-хорошему вообще полный скрининг бы делать раз в год. Да, об этом очень много говорилось, но в итоге в 90-е годы все это превратилось в одну показуху, конечно, никто так не делает. Но тем не менее, желательно бы, соответственно, анализы почаще сдавать и так людям. Ну уж на стероидах тем более. Поэтому вот считайте, вы попадаете на анализы, вы попадаете на препараты, как минимум это препараты, которые будут устанавливать липидный спектр, которые будут устанавливать реологию крови, которые будут ингибиторами ароматазы и тормозить превращение тестостерона в эстроген, да, нивелировать этот побочный эффект, точнее, вот так вот можно сказать, вот. И так далее и тому подобное. Опять же, все, как это происходит, я снимал другие выпуски, а здесь хочу что подчеркнуть. Если мы вот так вот анализируем, то есть огромное количество психологических плюсов, да, люди могут дольше, продуктивнее заниматься бизнесом, да, то есть они более сконцентрированы на анаболических стероидах, какие-то легкие там психологические, будем еще делать об этом выпуск, но и мои коллеги сейчас очень много выпусков сделали, как тестостерон благотворно влияет на психику. Вот, то есть здесь есть и плюсы во многом, есть и минусы. И я считаю, как бы, по идее, если человек все-таки, да, он подразумевается у нас как бы условно свободным, он должен сам самостоятельно делать выбор, просто собрать информацию и грамотно взвесить на весах, надо ему это с его заболеваниями или не надо. Потому что есть группа заболеваний, которые очень хорошо нивелируются приемом анаболических стероидов, а наоборот, есть, допустим, кардиологические заболевания, на которые анаболические стероиды негативно влияют. Конечно, плюс еще человек должен взять, который решил использовать анаболические стероиды, консультацию врача. Врач ему объясняет, говорит, ты получишь с твоим здоровьем, с твоим организмом, ты получишь вот такие плюсы и ты получишь вот такие минусы. Тебе это как, нравится, не нравится? Человек говорит, да, мне, допустим, нравится или мне не нравится. И дальше, исходя из этого, уже, соответственно, может быть, человек сначала пришел, бывает как, вот мне пишут, звонят, говорят, Сергей Олегович, можно там у вас консультацию взять? Человек пришел на курс сесть анаболических стероидов, я ему объяснил, что у него там печень, сердце больное, 5-10, он говорит, хорошо, я не хочу, но как здорово, я теперь знаю, что у меня оказывается куча болячек, даже одному человеку мы так онкологию нашли, отправили его превентивно, очень рано к онкологам, и все вообще обошлось. Человек счастлив безумно. То есть, соответственно, у него, ну, как бы мог быть рак, да, все вот эти вот проблемы. Кому непонятно бывает, переспрашивают, такой онкологии. Это вот условно тот самый рак, которого все боятся. Ну, вот, ну и, соответственно, это помогло и избежать этих моментов. Там банальное УЗИ мы делали, да, и вот совершенно случайно вот так вот сложилось, нашлось. Поэтому, дорогие друзья, все нужно исследовать, все решения нужно взвешивать. Не бывает чего-то однозначного, да? Все есть лекарство, все есть яд. Все дело только в дозе, дорогие мои друзья. Я желаю вам всем здоровья, жду вас всех на онлайн-консультациях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. We'll be right back.